Ну что, ребят, баллоны с газом, бомба, зажигалка. Казалось бы, а что может быть, что может пойти не так? Здорово, народ, меня зовут Шет. И где тюрьма, спрашиваете меня вы? Ребята, тюрьмы давно не было, но сейчас она возвращается на ваши мониторы. Продолжаем играть в игру Crosside The Prison. Самый красивый и зрелищный побег из тюряги. Приятного просмотра, поехали. Ну, добро пожаловать в тюрьму, ребятки. Мы с вами вызвали перегрузку и этим самым вырубили свет во всей тюрьме. И нам нужно незамеченными пробраться до прачечной. И, судя по всему, наши спокойные времена закончились. Настало время какого-то стелса. И, если честно, мне это даже нравится. Потому что я не ожидал, что тут будет стелс. Я думал, это все будет только загадки. Здравствуйте. Здрасте. Так. Давайте аккуратненько так пройдем. За уголочек. Привет. О, вон там чувак, видите его? Вон он. Вон он там фонариком. Подожди, стоп. Еще один. Еще один. Тихо. Вжали в стену. Смотри, 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 тут есть люди, пацаны. А я... Вау, охранник. Блин, он прям как настоящий двигается. Посмотри, это вам не те картошки. Ну, ладно, чего бы нет-то. Так, я... давайте проверим, могу ли я их привлекать шумом. Вон там у нас выход, наверное, туда. Давайте проверим. Эй, мужики, коробка упала. Ой, тихо. Давайте, так. Насколько они вообще меня замечают? Вот мне интересно, а что будет? Вот смотри, я стою здесь. Ага. Меня заметили. Все, я понял. Чувак, меня здесь нет. Ты, конечно, привет. Ну-ка, куда идешь? Чё ты сюда идешь? Уходи, уходи отсюда. Так. Братюля. Я пошел сюда. Я пошел на кухню. Я думаю, нам с вами нужно будет обязательно на кухню каким-то образом зайти и что-нибудь тут найти. Так. Здрасте. Что у нас здесь есть? Грязно, как на кухоньке, но, в принципе, это тюрьма. Чего здесь ожидать? Я могу вам, ребята, что-нибудь приготовить. Я максимально... Я умею, короче. Я тут играл в игру, где нужно было готовить всякое разное. Где у вас яблоки? Сейчас кексы буду делать. Нож. Так. Кстати, у меня есть только зажигалка, все остальные предметы у меня пропали почему-то. Ладно, нож в руку. А, ключ. Интересно. Что он открывает? А тут что написано? Кухня. Ключ от кухни. Ладно, возьмем, пригодится. Еще что у вас тут есть? Так, может быть сейчас найдем яблоки, как раз и сделаем им тут кексики, угостим. И дальше они скажут, о, чувак, ты красавчик. Мы тебя пропускаем. Опа. Так, ключ от кухни. Это ключ к двери. Понятно. Блин, да как ты вообще засунула сюда все эти разные подсказки, я не понимаю. Кто ты, человек, который эти подсказки раскидывает? Откуда ты вообще... Откуда ты что, Ванга, чтобы знать, что я здесь буду ходить? Что происходит, я не понимаю. Так, погоди-ка. Maybe that key will fit. Может быть, это ключик и откроет. О! Так, погоди-ка. Я нашел тайный ход. Фига себе. Но смокинг и окурки. Ну прямо, слушайте, как будто это тюрьма в России находится. Да, а куда это? Чё это за место? Это что у нас за дверь? Куда она ведет? Неизвестно. Охранники, как у вас тут дела? Вы есть тут? Угу. Здесь никого. Так, Сантин. Что такое Сантин? А Сантин это какая-то... Это чердак. Так, комната охраны. Ага. Комната охраны открыта. То есть чердак закрыт, а комната охраны вот так вот за милую душу бери и входи любой. Ладно, привет. Эй, здесь кто-нибудь есть? Ты дурак, что ли? Зачем ты заходишь в комнату охраны и такой начинаешь? Эй, здесь кто-нибудь есть? Ты дурной совсем? Так, энциклопедия психологии. Не, все это не то. Опять нам нужен какой-нибудь ключик. Ха, я вот тут распишусь, автограф оставлю, что я здесь был. Я заключенный, кто разбежал, пошел по всей тюрьме. Хожу и кричу на всех. Колы, письмецо. Тапа Сити пост, так, почтовый сервис города Тарпы доктору Бральманду какому-то. Ладно, калькулятор, нет, все это мне интересно. Опять автографы. Что еще у вас тут есть? О, сильно, лампочки. Блин, прикольно, что тут все разложено по ящикам, можно покопаться, посмотреть, что у охранников лежит.
Опять лампочка. Ну, правда, это все такие безделушки на самом деле. А это что у нас тут? Опа, ключи. Вот оно что, комната охраны. Так. Это руф. Мне нужен ключ от лаундри. Погоди, погоди, погоди. Вот, вот он, вот он. Я вижу его. Да вот это. Да не это. Вот, 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 вот. Да не вот. Вот этот ключик нам нужен. Ключик. А, это тоже подвал. Да что ж все от подвала. Мне нужна лаундри. Погоди. Или мне нужен ключ от подвала. Это сантин. Ну, предположим, что пригодится. Давай-ка положим сюда. Оп. Мне нужен лаундри. Прачечная. Комната опять один. Подожди, комната один, подвал и все. А, ну, наверное, все ключи тогда нужны будут. Слушай, а почему нет тогда? Все, короче. Вот так, у меня комната один, сантин и подвал. Все, вот все, все ключи, которые были. Ну, по идее, мне хватит. И нож в руке. Если что, короче, буду просто убивать всех нахрен. Так? Привет, ребят. Никого нету? А? Что? Что? Кто меня заметил? Откуда? Блин, дурак Шет. Короче, ладно, это было предсказуемо, но зажигалкой мы пользоваться с вами не будем. Я что-то думал, что на втором этаже никого нету, а кто меня убил? Откуда меня... Блин, ну ё-моё, с самого начала. Так, и меня пристрелили вот здесь. Вот здесь я был с зажигалкой, и меня пристрелили. Откуда? Кто? Вопрос очень хороший, но зажигалкой, короче, пользоваться не будем. Это уже все, это и понятно. Потому что я, наверное, как дурак себя чувствую. Такой, я мало того, что захожу и начинаю орать. Здесь кто-нибудь есть? А еще и, короче, еще и зажигалкой пользуюсь. Странно, что он здесь оказался. Вот откуда меня убили, я что-то вообще не просек. Ну, ладно. Давай. Вставляем ключик. Что это за дверь? Привет. Так. Это вот я поднялся наверх. А, вот оно что. Так. Привет, ребят, внизу, как дела? Я с вами шутить не буду, потому что вы меня просто пристреливаете. Засранцы такие, вон, идиот, идиот, смотри. А, нет, 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 нет. Господи, блин, чуть не спалил. Кто? А, вот он, охранник. Сейчас тебе ножом, тык. Ножом тебе. Блин, ножом его нельзя. Ты посмотри, короче, у меня вот нож в руке, но ножом их нельзя убивать. Ладно, я чуть было не спалился, это ж пипец. Офигеть, напряга. Вон, развернулся, а? Блин. И зажигалкой не попользуешься. Ладно, можем обойти ее. Во, точно. Приветик. Он смотрит в ту сторону. Сейчас он стопудов развернется и начнет смотреть в нашу. Так, брат, ну ты все еще не разворачиваешься. Я боюсь, что если я сейчас выйду, ты прямо сразу развернешься и мне начнешь малину портить. Так. Вот он смотрит, смотрит, стоит. Да, короче, в жопу пошел. Успел, успел. Пока, ребят, пока, ребят. Я все сделал. Черт возьми, так, давайте на картах. Мне стрёмно. Вон там стоит охранник. Он тоже может посмотреть, куда не надо. Лаундри. Блин, подожди, а ключа-то у меня от лаундри нету? Ладно, давайте-ка спрячемся. Сейчас. Проходите. Господин охранник, не смотрите сюда. Все в порядке, здесь никого нет. Так... Не разворачивайся. О! Открыто! Открыто! Все, дверь закрой, дверь закрой. Поспешили. Так. Ух! Да, здрасте, здрасте, здрасте. Что у нас тут? Okay, I'm on side. Так, все. Where's the gift for my friends? Ну-ка. Пробрались, ребят. О! Сушилка! Потрясающе! А теперь нужно найти подарок от моего друга. Хм. Какой подарок имеется в виду? Я думаю, подарок, скорее всего, в мусорке, нет? Не, окей. Не в мусорке. Где-то в вещах спрятан, 100%. Нет, здесь нету. Либо в стиральной машинке под вещами, либо где-то еще, вот я уверен. А, так, я вангую, что здесь сейчас будет подсказка. Опять рисуночек какой-нибудь. Надо внимательно посмотреть по сторонам. Опа-опа, смотри, нашел листочек. Так, бомба в сушилке. Что, бомба? Подарок это бомба? А зачем? Я же хочу выбраться отсюда, а не устроить им тут какой-нибудь холокост. Привет. Вон, смотри, 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 подожди, подожди-ка. Откройся. Вот здесь какая-то опять записочка. Слишком много записок. Подожги бомбу рядом с каким-то углом. Ладно. Бомба здесь? Признавайтесь. Нам нужно поджечь бомбу рядом с углом. И, видимо, так, бомбы здесь нету.
Блин, подсказки рассованы везде. Тут, видимо, есть хрупкий угол, с помощью которого я смогу сделать пролом и выбраться отсюда. Интересно, эти ребята что-нибудь заподозрят, когда придут? У них тут все раскидано, все сушилки открыты. Все вообще раздрочено, извините меня за мой французский. Никакой вообще ничего не осталось нетронутым. Они будут думать и гадать, их вещи кто трогал? Какая-нибудь больная обезьяна или просто сбежавший заключенный? Помеченная зеленым. Да нет, тут везде какая-то фигня помеченная. А, погоди, а здесь зажигалка еще лежит. Ага, значит, скорее всего, это наша сушилка. Ну-ка, доставайся. Так. Да что ж такое? Подожди, в какой сушилке бомб? Ах, вот оно что. Можно было не копаться в вещах. Порошочек, чисто тайт. Вот оно. Вот оно. Осталось найти хорошее место для этого. Да вот место уже, сразу понятно. Смотри, баллоны с газом. Господи, я сейчас всю тюрьму нахрен взорву. Так, давай. Зажигалочка. Ой. Зажигалочка. Ну чё, ребят? Баллоны с газом, бомба, зажигалка. Казалось бы, а что может быть, что может пойти не так? Так, можно я отодвину? Мне нужно будет там быстро свалить. Ну, поехали. А! Ложись! Ложись! Сейчас будет бум! Так, нормально. Я думаю, нам нужно быстро свалить. Еее! Быстро свалили! Блин, смотри, я все быстрее и быстрее. 9.39. Но это не считая за фейльных раундов. Блин, круто! Игра мне все больше и больше нравится. Интересно, что будет дальше? Я надеюсь, что нам получится убить охранника, но нет. Нож был просто бутафорный, и охранники не убивались. Но все равно прикольно. Надеюсь, что вам тоже, ребят, понравилось. Пишите в комментарии, как вы думаете, что же будет дальше. Окей, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, рассказывайте о видео друзьям и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить следующие видео, рекомендуется нажать колокольчик, потому что вы знаете, что без этого колокольчика YouTube ни хренища вам не покажет. Так что обязательно прожмите его тоже. Просто уничтожьте кнопку колокольчика. Нахрен ее надо. Вот, увидимся с вами через несколько секунд, если вы нажмете на мой другой видос. А если не нажмете, тогда на этом все. Удачи! Пока!